Five Nights at Candy's Remaster, шестую ночь. Ну, перед этим, кстати, нам повезло, потому что нужно загрузить, что на экране у нас раскрашенный. А немного поразглядываем, что тут нарисовано. Фреддик. Тут, ну, фиолетовый парень опять идут свои дела делает. И вот тут все сердечки и автобусик. Короче, все как обычно. Продолжаем. Шестая ночь. Красным подсвечена. Так. Крыс? Ты что тут делаешь? Теперь у нас и кот, и крыс. Вот он, я так понял, уже везде будет ходить. Вот он. Самая крыса. This is not okay. You and I need to have a little talk next week, okay? Bye. Насяки. Я слышу, когда вот камера меняется, я прям пугаюсь почему-то. Оп. Вот так. Крыса идет. В общем, следим по камерам только за... И крыс здесь. Вот так. Угадал. Крыса тут. Где кот? Кот уже здесь. Угу. Я даже не успеваю хоть что-нибудь да прокомментировать, потому что все очень быстро идет. Крыса, уходи, мне надо дверь открыть. Так. А, смотри, как только до красного доходит дверь, энергия начинает очень быстро тратиться. Блин. У нас жопа. Угу. Где крыса? Меня ща убьет крыса, я уверен. Ладно, не сегодня. Угу. Энергия у нас уже начинает жестко тратиться. Мы, наверное, не успеем.
Мы проглядели манки. Я думал, меня убьет там кот, крыса, раскрашенный. Ну не манки же. Ну ладно, это было ожидаемо, что шестую ночь мы не сможем пройти с первого раза. Жопа. Так, во-первых, мьют, во-вторых... Чё, крыса еще не активировалась? А, всё. Никого. Вот, смотри, я бы еще раз проглядел, меня бы опять манки убил бы. Я же хотел сказать, откуда идет крыса? Так, вроде никого. Чекаем на всякий. К нам идет манки, надо быть аккуратней. Закроем. Так, крыса все еще стоит. Нет. Так. Вроде никого. Заранее. Так, рядом никого. Так, не слушай, живем пока что. Так. Так, к нам приближается кот. И кошка. Крыса. Что ты крысишь, а? Кстати, где кот пропал? Куда кот пропал? Так. К нам приближается.
сражаются манки. Я не могу ничего комментировать, реально, я просто это на 100% занят. К нам идет крыса, к нам идет манки. Придет крысу сдолбал. Так. Молодец. Так, у нас мало энергии. 5 часов и 8% энергии. Блин. Открываем. Кот. Все, у нас энергия закончилась. А кто к нам придет, кстати? Мне интересно. Или все, типа, кто придет? Нет, ты понял, да? Ты понял. Сейчас через секунду мы бы начали сначала, но... Нет, ты прикинь, секундочку одну продержались и... Балдеж. Так, еще одна запись. Смотрим. Тут уже с крысой. Они двигаются, или это кон... Или это лента? Нет, крыса двигается. А, так вот почему ее тут не было. Изначально. Чапалахата за что, а? Тут уже нет тени крысы, как в прошлый раз, но мы получили 20 баксов за дополнительный день. О, у нас открылся кастом найт и меню экстра. Давай посмотрим, позырим, что там. Код. О, мы его можем прям разглядывать. Ля, бантик какой, бабочка. Кэнди кот. Синди кот. Кошка в нашем случае. Честер шимпанзе. Ты не манки, ты шимпанзе. Я все равно буду манки называть. Пингвин. Без комментариев. А, теперь мы знаем, как зовут раскрашенного. Бленк. Мы можем нормально поразглядывать его рисунки с ним. Ну тут пицца, тут что-то зеленое, солнышко, плюсики. Вот ракетой бить сюда. Я не знаю, что это, птичка, шарик, лестница, я не знаю, что это, птичка, я не знаю, что это, мазня, тут тоже мазня, шестерня, тут фредзы, тут кто-то бабочку нарисовал, Бонни, цветочек, наверное, Джем, Боб. Вот тут пасхалочка на самый обычный день фиолетового парня. Вот тут чикенце, фоксиандр. В общем, балдеж. Старый кот. Я ты старый, там даже глаз нет. И крыса. Вот тут даже музыка затихла. Крыса. Бля, ты крыса, у тебя хвоста нет.
Хрен, что это? А, это эволюция от старой версии, из первой версии этой игры. И к ремастеру. Эволюция. Давай посмотрим. Старая версия и к ремастеру, я так понял. Вот график обновлен, да? Пингвин реально так выглядит, что ли? Кажется, да. Так, чё тебе поменяли? Я так понял, просто цвет немного поярче сделали. Цвет просто поярче сделали. Не, я уже не понимаю, что это за old new. Вообще не понимаю. Просто яркость меняется, и всё. Вот это крысы... Морщинки исчезают, трещины исчезают. Тут квадратные превращаются в круглые эти штуки. Подожди. И вот тут круглые. Ну, она, наверное, типа первоначальный дизайн и дизайн, который мы имеем сейчас. Я не знаю. Ладно, давай скримеры. Ну все. Ну вот мы посмотрели меню Экса. Давай еще быстренько пройдемся по кастомному режиму и все. Вот тут у нас все есть. 7 на 20. А давай один раз попробуем пройти. Ничего не получится и забросим игру, потому что я не думаю, что мы сможем пройти седьмую ночь. Я уверен, что мы не сможем пройти седьмую ночь. Давай. Зырь, сейчас, через секунду пройдем. Там пасхалочка в виде кота, я видел. Так, никого нет. А... Он ничего не делает. Ляни уже встают! Ля! Что делать? Дурак, как он туда зашел? Я ж проверил, там никого не было. Ну ладно, ну ты понял, мы не сможем пройти. Ладно, мы прошли шестую ночь, 5 ночей Кэнди. Если вы хотите, чтобы мы смогли пройти режим 7 на 20, то ставьте лайки, подписывайтесь, не знаю. Можете просто в комментах написать «давай, пройди». Ладно, с вами был я, DeadPush7. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях что угодно, можете даже ничего не писать. Ну, всем удачи, всем пока.